Приветствую, друзья, на связи Андрей Жариков. Конечно, всех инвесторов и партнеров компании EagleBit Trade интересует вопрос, когда же полноценно начнет работать наш кабинет, потому что на данный момент в кабинетах пока все остается без изменений, но в чате был выложен следующий скриншот. Как видите, скриншот показывает кабинет, который выглядит так же, как и у нас сейчас. Единственное, здесь добавлен еще раздел Packs, то есть раздел пакеты. И здесь мы видим список инвестиционных пакетов. В принципе, названия всех пакетов абсолютно те же самые, что были в компании EagleBit Trade. Стоимость пакетов та же самая, от $97 минимальный до 35277 максимальный. Также активационный взнос $47. У каждого пакета бинарные баллы от 100 баллов до 50 тысяч баллов. И также ежемесячная абонентская плата от минимальной $17 до $385. Это максимальная. А ниже мы видим кнопочку «Приобрести» или «Купить». Также было выложено небольшое видео, в котором человек нажимает кнопку «Приобрести пакет», и появляются данные для оплаты пакета в биткоинах. Собственно, это показывает, что работа с кабинетами еще продолжается. Будем надеяться, что мы увидим эти изменения в наших кабинетах уже в ближайшее время. Стали распространяться слухи о том, что якобы Сандра Риберал покинула компанию. И Сандра опубликовала следующее обращение на португальском и на английском языке. Вот перевод данного обращения на русский. Сандра Риберал, всем мастерам IDI Eagle. Я хочу обратиться ко всем и опровергнуть слухи о том, что якобы я покинула компанию. Все, кто работал вместе со мной, знают, что я не из тех, кто бросает дело на полпути. И я никогда не оставляю тех, кто верит в меня. Наша работа продолжается и будет успешно завершена. Вместе мы сильнее. Сандра Риберал. Несколько дней назад появилось сообщение о том, что компания собирается предложить инвесторам три варианта вывода средств. Естественно, эти варианты будут доступны только когда будут завершены работы в кабинете. Сегодня у нас вечер вторника, ну, насколько я могу судить, работы пока еще не завершены. Итак, вариант первый. Мы можем вывести 20% в биткоинах, а на 80% приобрести Eagle Social Gold Coin, то есть монету, которая привязана к золоту. Одна монета будет привязана по стоимости к 1 грамму золота. Впоследствии эту монету можно перепродать. Второй вариант. Можно вывести все в биткоинах за 3-4 раза, по 25% за раз. Потому что кто-то говорит, а зачем нас заставляют покупать эту монету, которой еще нет на бирже, и вообще непонятно, нужна ли она, и сколько она будет стоить, и так далее. Пожалуйста, если кому-то не нравится идея с монетой, можно будет выводить в биткоинах, но не все сразу, а по 25% за раз. И, по-моему, где-то мне попадалась информация, что 25% это раз в месяц. Не то, что мы там один день 25%, на следующий день еще 25% и так далее. Да? То есть это имеется в виду, что 25%, например, сегодня, в этом месяце, в следующем месяце еще 25%. И третий вариант. Или приобрести Eagle Social Gold Coin на все деньги. Ну, то есть, для тех людей, которые увидели для себя хорошую возможность приумножить свой капитал и получить, собственно, компенсацию за длительное ожидание, которое длится уже больше 5 месяцев, ну, есть вот такая возможность. На все деньги, которые есть, приобрести монету с 80% скидкой, а впоследствии продать ее по полной стоимости. Вот такие три варианта. Я так понимаю, чтобы мы увидели эти варианты своими глазами, работы в кабинете должны закончиться, и мы в кабинетах должны увидеть соответствующие кнопки. Следите за новостями, подписывайтесь на канал, нажмите на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. С вами на связи был Андрей Жариков. Всего доброго.